Еще раз хочу напомнить, что сегодня специальным предложением только одного дня является набор посуды европейский. Сегодня действует отличная скидка. 3700 рублей. Сразу думаю, что ты на эту сумму купишь. Можно в магазин сходить и не один раз, правильно? Да? 3700, именно такая экономия. Ну и хочу напомнить, что вы в комплекте получаете 18 предметов. Но это бренд Велберг. Что значит Велберг? А что такое Велберг? Во-первых, это европейское качество. Во-первых, продумано все до мелочей, потому что наша посуда сделана из литого алюминия. Здесь комплектация настолько полная, что даже, внимание, входит пароварка. А теперь я хочу с удовольствием назвать все объемы. Например, самая большая кастрюля, при помощи которой вы приготовите холодец, приготовите большое количество щей, борщей, заготовок. Объем, внимание, сколько? 6,5. Внутри обратите внимание, что есть антипригарное покрытие. Следующее, 2,2 литра кастрюля. Следующее, 1,5 литра у нас. Ковш 1,3 для завтрака. Кстати, подождите, крышка подходит как здесь, так и здесь. Отлично. Сковорода сотейник 3,2. Внимание, самый большой борт 6,5 сантиметров, встроенная крышка. В комплекте вы получаете пароварку. Кстати, прекрасно промывать, допустим, овощи. Две бакелитовые подставки. Вы получаете две силиконовые прихватки. Чуть не ошибся. Прихватки. Да, вы получаете половник, лопатка, шумовка и фритюрная сетка из нержавеющей стали. Это премиальное качество. Премиальный набор европейский. 7499 рублей. Я еще обратила внимание, что какие-то крышки, что-то тут нарисовано. Да, Олечка, давай разбираться. Перед тем, как я открою и покажу, что здесь находится, в крышке в каждой встроен термометр. А значит, например, вы никогда не ошибетесь в процессе приготовления. Отваривается свекла. Самый хороший вариант – это при 90 градусов. А теперь давайте посмотрим. Так. Идеальное приготовление голеней, тушеных, но перед этим я их обжарил. Здесь это можно сделать, потому что наша сковорода, сотейник, сделана из литого алюминия. То есть можно удержать температуру. Идеальное приготовление, причем овощи не развалились при этом, а мясо у нас готово полностью. Невероятно! Сколько, смотрите, объем какой, огромное количество голеней. Можно гостей сегодня звать, Олег. Да, совершенно верно. Я просто сейчас хочу показать, какое качество. Вы представляете, какое идеальное приготовление? Давайте посмотрим внимательно. Смотрите, голени. Как мы их готовим? Сначала, Олечка, мы обжариваем, потом перекладываем, к примеру, кастрюлю. В какую-то кастрюлю и тушим. Да. Здесь можно готовить прямо в этой посуде. Прекрасно. Смотри, и вот кожа, да, вся на месте, а то бывает, что она прилипает к сковороде. Скажи, пожалуйста, да. Я обратила внимание, что у нас вся посуда сделана из одного и того же материала. Что это за материал? Да, правильно ты сказала, это литой алюминий, то есть бренд Велберг отливает специально в определенных формах этот набор посуды. Ну, слушай, ну, чтобы было понятно, вот, какая толщина, ты. Давайте просто взглянем. Не, вот я просто, Олечка, хочу показать. Смотрите, вся посуда имеет уникальную толщину. Вы только посмотрите, толщина данной кастрюли практически почти целый сантиметр. Представляешь, какое равномерное распределение тепла. Подходит, кстати, для всех видов плит, и эта посуда при падении никогда не треснет. Но я угомониться не могу. Я хочу вам показать следующее. Я хочу показать покрытие. Что, как обычно производители делают? Они обычно кастрюлю не наносят, к примеру, антипригарное покрытие, а здесь нанесен камень природный, настоящий мрамор. Он нанесен сюда, то есть здесь можно пожарить прям под жарку. Прекрасно. Это единственная посуда, в которой вы можете и пожарить, и сварить. У вас есть кастрюля, в которой можно пожарить? В нашей можно. В комплекте вы получаете и целую настоящую пароварку. Взгляните, как удобное решение. Внизу вы готовите, к примеру, бульон, наверх помещаете эту пароварку, которая идет в комплекте, и готовите. Также в пароварке встроен термометр. Смотрите, наверху мы готовим перцы. Согласитесь, это очень удобно. Да. Перцы приготовили и, к примеру, их подали к столу. А внизу у нас готов бульон. Например, можно отварить куриный бульон. То есть это еще и пароварка. Да. Не забывайте, за эту стоимость вы приобретаете пароварку, фритюрницу, многочисленные кастрюли, в которых, внимание, можно жарить.
подставки еще бакелитовые, да еще и у нас там всякие ложки, поварешки, прихватки. Олечка, еще немаловажное дополнение, потому что, казалось бы, сковородки, кастрюли, все хорошо, но ты представляешь, здесь в комплекте еще есть фритюрная сетка, вот. То есть можно готовить наггетсы, пончики, чебуреки, и взгляните, прямо здесь в этой фритюрной сетке вы готовите. Посмотрите, я сейчас просто демонстрирую, приподнимаю. Опускаю. Масло налили и готовите. Кстати, во фритюрной сетке очень удобно готовить. Если бы это был чистый алюминий без покрытия, то это, как говорится, не очень хорошо. А здесь специальное каменное покрытие. То есть это безопасно? Безопасно. Вообще, картошку фри любят все дети, все ваши внуки и дети. Забирайте из прямого эфира набор посуды. Здесь есть фритюрница. Пусть нажарится. Будете готовить вкусняшки для своих детей. Или пирожки, беляши. Все можно сделать во фритюре, еще вкуснее будет. Да. Да, Оль, еще хочу дополнять. Давайте посмотрим, как он выглядит у вас на кухне. Да. 18 предметов. Настоящее европейское качество. Бренд Велберг на вашей кухне. Кстати, подходит для всех видов плит, включая индукцию. Это литой алюминий. Плюс покрыто настоящим мрамором. Каждый элемент. Это очень важно, Оль. Не отдельно, как это обычно бывает, сковородка или, к примеру, ковшик. Каждый элемент. Значит, можно в каждой кастрюле даже пожарить. Вот еще раз хочу обратить внимание на крышку. Вот расскажи, здесь есть температурный режим. Как им пользоваться? С удовольствием расскажу. Дело все в том, что когда вы готовите, например, картошку, бывает для оливье, вы ее перевариваете. Вы не контролируете технологический процесс. Я рекомендую картошку варить при температуре 80 градусов, 85, свекла 90 градусов. Идеально сохраняет все полезные свойства. Кстати, рекомендую также использовать вместо микроволновой печи разогревать, потому что в каждом элементе встроен специальный термометр. Этой бакелитовой подставки абсолютно все есть.